Ребят, наш календарь опять подвел нас. И мы нечаянно оказались в будущем. Продолжаем нашу прогулку по Москве. Станция метро «Охотный ряд». Центр Москвы. Большой театр. А почему «Охотный ряд»? Ну, тут все понятно. Ряд – это, значит, торговля. Охотный – значит, торговля охотными всевозможными дичьими, добычей, да. Ну и метро также назвали. Метро несколько раз переименовывали, было Кагановича, Маркса, но все равно вернулось старое название. И это здорово. Ну а Большой театр, понятное дело, театр и самый большой в России. Вообще, кстати, надо узнать, а самый ли он большой? Идет дождь, август месяц какой-то выдался не очень. Надеюсь, что хотя бы пару последних неделек будут теплыми. А мы отправляемся гулять дальше. Карл Маркс. А Фридрих Энгельс на Кропоткинской. Фонтану на Театральной площади без малого, ребята, 200 лет. Стоит себе, фурычит, красавец, а многие его и не замечают, пробегают мимо. Везде котики. И ничего с этим не сделать. Удачи и свое везение приносят нам культурный город. Поэтому позвольте вашими аплодисментами поприветствуем друг друга. Добрый день, Москва! Привет! Концертные программы, которые исполнят наши артисты театров Москвы. Первым появится здесь, на нашей площадке, театр Моссовета. Артисты именно этого уникального, конечно же, театра выйдут на площадку, чтобы исполнить вместе с вами песни о любимом городе. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Внушительную армию своих поклонников Митя Федоров. И он... Я вас не обманул. И он... Сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза, а в них бежит садовое кольцо, а в них блестит садовое кольцо и летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу. Соленый тихий океан, и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем. А если я по дому загрущу, под снегом я фиалку отыщу и вспомню о Москве. Рай, рай,
парусно спущу, пока не знаю с кем. А если я по дому загрущу, под снегом я фиалку отыщу и вспомню о Москве, и вспомню о Москве. Спасибо. Мы ее слышали в концерте, где только ее не слышно было. Со временем она стала, можно сказать, неофициальным гимном Москвы. Встречайте, Ирина Климова! Подпевайте, пожалуйста, вы точно знаете эту песню. Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, Москва слезам не верила, а верила любви. Снегами заморожена, листвою заморожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли Александра, Александра, этот город наш с тобой, стали мы его судьбой, ты вглядись в его лицо, все печали, вот и стало обручальный нам садовое кольцо. Фильм угадайте сами, как только вы услышите первые строчки. А я приглашаю на эту сцену заслуженного артиста России Андрея Межелеса. Встречайте! Луч солнца золотого,
настоящий ленинградский рок-н-ролл. Оказывается, это направление, ленинградский рок, было сформировано еще в конце 70-х годов. Электричка. Митя, зажигай! Как всегда мы до ночи стояли с тобой, как всегда было этого мало, как всегда звала тебя мама домой. Я вернулся к вокзалу, опять от меня сбежала последняя электричка. И я по шпалам, опять по шпалам иду домой по привычке. Месяц со мною вдогонку бежит мой товарищ бессонный. Опять от меня сбежала последняя электричка. И я по шпалам, опять по шпалам иду домой по привычке. Именно этому прекрасному чувству посвящена одна из самых романтичных песен заслуженного артиста Андрея Межреза, который исполнит для вас песню «Вечная любовь». О Москве! Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован небом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты, разноцветные веснушки, белые понты. Этот город, просыпаясь, смотрит в облака. Где-то там совсем недавно пряталась луна, а теперь взрывает птицы крыльями восход, и куда-то уплывает белый пароход. Помогая человеку верить в чудеса, распускаются фонтаны прямо.
наш новый формат. Поехали! Придумать танец, чтобы его вместе мы танцевали. Я по дороге пошел, ничего там не нашел. Показал, что ты рад. Танцевали мы с тобою новый танец. Это под рекою, под горою, посреди лета. Ночь была и целовали, соловили. Танцев много, только это на любви. Темно, да темно, а любви никого.
вращается, а мы видим там какая-то птица. Частота кадров не совпадает, и вот такая вот фигняция получается. Кажется, нас нашли в нашем корпоративном цвете. Алла, кто тебя поймал? Кто из вас Ирина, кто Марина? Марина и Ирина. Так, а я Алла и Владимир. Марина и Ирина. А вы тут нас знаете. Подожди, Марина и Ирина, а ты Алла и Алла. Ребята, вы откуда приехали? Я из Батайска, Ростовская область. Батайск? Батайские минеральные воды. Алла, а ты чувствуешь, в каком они цвете? Да, в нашем. В нашем. Корпоративном, да. Одна ты не в корпоративном. Вот такая встреча, представляешь, в Москве. Сейчас девушки нам расскажут, как они приехали в Москву. Что они тут делают? Да. Ребят, мы, значит, встретились с нашими друзьями, и мы с Аллой в восторге от двух девчонок. Да. В восторге. Они нам рассказывают, как они путешествуют. По 4, по 5 раз в год путешествуют на пенсию. Мы не верим. Все нам не верят, да, теперь мы не верим, да. Да, ну, так, они молодцы. Молодцы. Они еще раз подтверждают то правило, о котором мы всегда говорим. Если есть желание, все остальное прирастет. У меня такой девиз. У тебя, если есть мечта, так, беги к ней. Если ты не можешь бежать, ползи, иди к ней. А иди. Если не можешь ползти, это, иди. Иди, ползи к ней. Если не можешь ползти, ляжь и лежи в направлении мечты. А самое главное, что они еще группами ездят. Да, они собирают своих друзей, одноклассников. А это очень тяжело. 24 человека, да, девчонки? Собрались с друзьями. 24 человека. Причем не с одного города, не с одного дома, как вы там подумаете. С разных городов. Стеклись все в один город, в Казань. Пошли на теплоходе до Москвы. Здесь еще съездили по памятным местам. Сходили на экскурсию. И все это организовано не какой-то тургруппой, как некоторые думают, не какой-то там, я не знаю, государственной пенсионной организацией, а организуют девчонки сами. Потому что они желают. Какая потому что разница, они... сколько лет вашим кидам, если вы не гуляете по Парижу. В Париже я тоже была. Вот так. Поэтому вы давайте прекращайте нас критиковать. Вы посмотрите на этих девчонок и просто поймете, что и вы можете. Только пожелайте. Все реально.
Какое самое памятное путешествие, ну, скажем, за последние лет 5? Вот что вспомните? Круиз «Астория Гранда» на теплоходе Сочи-Стамбул. Во. Это всем рекомендуем. Круто, да? Ну, когда мы планировали поездку в Ташкент, мы же вас тогда и нашли. Именно Ташкент, Бухара, Самарканд. Мы в России купили билеты на все скоростные поезда в нашей кассе. По загранпаспорту у нас уже были куплены билеты из Ташкента в Самарканд, из Самарканда в Бухару, из Бухары в Ташкент. Все заранее, все за полгода, все самолеты, перелеты, все заранее, и будет вам счастье. Дело в том, что когда заранее, ты вносишь только задаток, там небольшую сумму, 5 тысяч, 6 тысяч. Потом есть возможность получить еще пенсию, там подработать, если есть варианты. Все осуществить. Ну, в конце концов, продать что-нибудь ненужное, правильно? Выставить на Авито, да? Не, ну у нас нечего Сидят, я вас с красным искала. Спасибо, дама с красным. Корпоративный, да? А я сегодня вот без корпоративного. А вот еще один друг нашего канала, Наталья с Тенерифе. Да. Thank you.
каждой российской деревне стоит такой киоск, где газету дает, где мороженое, где квартплату принимает. Путешествие наше сегодняшнее подошло наконец. Путешествие выходного дня. К концу. Прогулка по Москве. Москва 20:30. Москва вечерняя. Москва дневная. Красавица. Парк Зарядье. Столько всего интересного завершилось. Мучика наша гуляла на улице. Мы приехали, а она лапками коврик дрюкает. Мусяна. Домой хочу. Кусать хочу. Мусяна. Вот. И нам отдали пакетик, и только сейчас мы этот пакетик от Марины и Ирины Ставрополя и Ростовской. Разобрали. Смотрите, ой, какая красота. Это полотенчика, да? Да. Муся, это мы это с тобой. Ты. А или мы с тобой? Мы с тобой. Или Муся. Какие красивые. Ой, Муся, тебе нравится? Вот это вот. Вот. И всякие сладости, да? Да. Опять как сладости. Всегда. Потому что Ростов, Ставрополь, там очень славится. Вот здесь мы везде были. Да, ты да, что? Да, да. Кольцо, гора, нарзанные ванны. Кисловодск. Кисловодск, да. Медовые водопады. Ой. Ой. Все помним, все девушки, помним. Девушки, Марина и Ирина, огромное вам спасибо за то, что вы... Огромное. Да, с нами встретились, настояли, мы... Сказали, у вас обязательно должно получиться. И у нас все получилось. Что самое главное, вы настоящие путешественницы. Да. Вот, мы о них немножко рассказали. Мы бы рассказали намного больше. Больше. Ну, просто неудобно. Ну, то, что это две женщины, два... Ну, неудобно так про женщину говорить, пенсионера, да?
Да. Но, с другой стороны, это очень важно, потому что мы сами с Аллой пенсионеры, и для нас мы послушали рассказ Марины и Ирины, как они путешествуют. Ребята, они, ну, даже в какой-то мере круче нас. Круче нас, да, точно. Они молодцы. Кроме того, что они сами путешествуют, они собирают еще друзей, единомышленников, они собирают одноклассников и путешествуют группой 5, 10, 20, 30 человек. Вы можете представить? Просто собираются и путешествуют. Путешествуют по России, путешествуют даже за границу, там в Абхазию, например, ближайшую. Вот такие дела, такие молодцы. Дорогие друзья, также мы встретились сегодня с Натальей, нашим очень верным, так старым, правильно сказать, старым? Да. Старым. Слово другом. Такое старое, да, в общем, да. Старым другом. Ну, я думаю, старый друг, это понятно. Старым другом, вот, который, ну, я думаю, практически все наши зрители знают. В общем, сегодня день встреч был, и это было здорово, это было замечательно. Мы, конечно, устали, мы сегодня с раннего утра, и вот уже полночь. Да. Полночь, да, уже? Да. Ну, все, отпускай их. Да. До самой полуночи мы путешествовали. И полные впечатлений, хорошее настроение. Мы отправляемся спать. И вам, дорогие друзья, доброго вечера, доброй ночи. И не уходите далеко. Владимир Кот и его жена Алла путешествуют вдвоем всегда, показывают нам красоты городов и вдохновляют всех нас вновь. Они вдвоем, как одна команда, становятся примером для всех. Семья и крепка, и дружна всегда. Любовь их словно звезды свет. Путешествия зовут и вдаль, города дарят им теплоту. Владимир и Алла — это сказка, дарят всем радость и мечту.